Коллеги, друзья, радостная новость. Мы на даче. Наконец-то свершилось. То, о чем так долго предупреждали большевики. Ну, не большевики, а все предупреждали. Наконец-то наступила весна. Ну, и некоторая неприглядность на участке. Не без этого. Ну, зима вносит свои коррективы. Правда, травка уже зеленая. И уже тюльпанчики. Тюльпанчики, тюльпанчики. И уже вот какие-то еще зверушки. Ну и понятно, уличка на склоне. На зиму ее убирали в теплые края, а сейчас она вернулась. И, конечно же, появились наскальные живописи. Таинственные дачные народности. Да, что я рад ничего не сказать. Мы долго ждали этого момента и наконец-то дождались. О, тележка Жанна обещала в этом году продолжить традиционно украшать наш участок Жан. У меня есть новые идеи, между прочим, о которых будет рассказано позже. Вот. Ну а сейчас давайте пройдемся и осмотрим, что произошло участком. Тележка, понятно, еще не сильно покрашена. Надо подновлять велосипед. Велосипед, да, вроде как в этом году у него появится собрат по двум колесам. Так, яблоньки были снесены в том году. Осталась вот одна только старейшина. И были посажены. Впрочем, я про это рассказывал. Некоторые из них даже стали плодоносить. Традиционный наш прикорм птичек был сегодня поставлен торжественно. Но прикорма пока нет. Как, впрочем, и птичек сильно много в окрестности тоже нету. Но все спереди еще, все спереди, спереди. Так, 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 так. Наша теплица. Здесь уже пошел процесс высаживания таинственных растений. Пока не буду раскрывать интригу, что здесь будет. Пока скажу только так, что... Ну, травы вот мы уже нарастили. Скажу только так, что будут новые культуры. Они там просто пока спрятаны. Будут новые культуры и новые эксперименты. Смелые, я бы даже сказал, совершенно-таки безумные смелые эксперименты. В этом году у нас пора налить воду в баки. Залить, так сказать, мики-баки. Это мы обязательно сделаем. Торжественно выстроились в линейку тачки, готовые в любое мгновение ринуться на освоение новых территорий. Так, кстати, о новых территориях. Был засеян клевер, но всходит как-то пока... Ну, короче, пока всходит. Кто нас смотрит, знает осенью. О, это, между прочим, конфетная яблоня. На конфету не похоже, но яблоки, говорят, будут сладкие. Кто нас смотрит, помнит, что мы завершали сезон создания вот таких вот арок. Есть идея из этих арок сделать... Ну, вот эта арка останется, это же вход как бы из старого мира в новый. Новый участок. Вот, но из них я собираюсь сделать беседку. Из этого вот конструкции. Как будет получаться, буду показывать в обязательном порядке в дальнейшем. Деревья перезимовали. Наш хозблочок старый новый перезимовал. Правда, видите, он снегом вывернула трубу. Это мы ее на место-то вернем. Ну а в целом все как всегда. Наша дача полна решимости стать прекрасной. В этом году будут новации, я уже про это говорил. Но не будем торопить события. Не будем торопить события. Не будем. Подождем развития. Пока. Ну вот примерно все, что я хотел сказать на это мгновение. Первый день мы приехали и приступаем к водным процедурам. Ну да, воду сейчас включать буду. Наливать баки и готовиться. Не, ну сезон. Орех новости жгет мне язык, и не могу не поделиться. Вот здесь будет происходить новая аграрная битва. О, смотрите, шмель. Первый шмель в этом сезоне. Шмель, куда ты? Вернись, я все прощу. Ты миленький. Смотрите, а? Шмели уже жужжат. Так вот, здесь готовится участок под, я бы сказал, агротехнический подвиг. Да-да-да. Никак не меньше. Ой. Здесь закрыто все полиэтиленом, ультрасилом. Прогревается, так сказать, участок. Знаете, как прогревает мотор перед ответственным полетом. Уф. Вот. И здесь будет высажена культура. Так, ага, понятно. Будет высажена культурная культура, и нам сейчас ее покажут. Внимание, эксклюзивный репортаж. Впервые
на арене. Инна нам показывает. Что ты нам показываешь? Вот это кто? Выросла кукуруза. Это кукуруза. Делается мы... она в такой улиточке. Улиточка, видите? Инновационный способ. В улиточках растят кукурузу. А что это будет? Настоящая кукуруза? Это районированный сибирский сорт, который обещает нам, что вырастет до початков. Их даже можно будет съесть. До початков? Угу. Не, вы послушайте, а? Районированный сибирский сорт. Мечта, между прочим, Никита Сергеевича. Мечта, неосуществленная при нем. А мы рождены, чтобы мечту делать былью. Следим за ростом кукурузы. Еще будут, кстати, интересные новости. Об этом чуть позже. Про кукурузу не мог не рассказать. Но еще чуть-чуть, конечно, приоткроем секрет. Ага, секрет опять призакрыли. А что там еще-то у вас есть интересное? Расскажи. Ой, да тут просто... Ну-ка, давай. Мы закрыли, потому что тут просто прохладно. Ага, кто здесь? Перцы. Перчики. Вот один даже расцвел. Ага, видите, цветочек. Вы набил цветок. Это помидоры. Помидорчики. Это тоже так. Цветы. Угу. Это клубничка, да, цветы. Да. А вот это все улиточка. Из каждой разматывать, доставать. Чуть за рулончик всякие. Здесь и свекла. Ага, здесь свеклы, помните, борщики? Цветы. Ой. Вот а, кстати, мы так и не сняли свекла. Про борщ-то. Мы задолжали между тобой, между прочим. Рассказ про борщ. Щ-щ. Вот. Бархатцы. Бархатцы. Но у нас еще, да, вот тут подрастает новое поколение агротехников. Бархатцы, он называет их, внук называет их бархатцы. Бархатцы, которые вырастил он на уроках естествознания в школе. Ну что же делать? Мы аграрная страна. Ну, изначально, конечно, в космос летали туда-сюда, но каждый из нас весной начинает ждать, когда что-нибудь взойдет. Например, кукуруза. Неужели початки получится? А? Помидорчики. Помидорчики, помидорчики, огурчики. Вот так вот. Вот такой вот трудовой подвиг. Вот так вот. Ну, а наша задача, я уже говорил, дать воду. Дать этому всему жизнь. Пойду включать воду. Пойду включать воду. И гусик у нас перезимовал. Видите, как? Вот видите. Это наш символ. Между прочим, гусик, сидящий на ветке. Вот так вот. Символ участка.